смотрите, полуботинки Остин из натуральной кожи. 3499 рублей цена. Микола расскажет об этих полуботинках во всех деталях и подробностях. И ботинки Нортон, которые согреют до минус 30 градусов. То есть это сырая, настоящая русская зима. Вы заказываете сразу две пары, получаете дополнительную скидку в 500 рублей, бесплатную доставку, и ваш любимый мужчина будет прекрасно себя чувствовать и сейчас, когда уже наступила осень, и тогда, когда будет зима. Итак, полуботинки Остин. Чем же они хороши? В данном случае мы с вами получаем сегодня главное предложение дня, точнее частичку главного предложения дня, ведь у нас с вами дуэт, это полуботинки Остин. Я бы их назвал бы все-таки спортивные туфли. От этого у них преимущество еще больше. В первую очередь натуральная кожа, причем произведенная именно в России, ведь бренд Дершпур является российским брендом и большим концерном. Натуральная кожа – это долговечность, практически долгосрочный продукт у нас с вами, вставленный на шнуровки, что обеспечивает быстрое надевание и переодевание данной обуви. Обувь также оснащена у нас с вами удобной конструкцией платформы, причем, обратите внимание, резина в белом цвете уже искусственно состарена для того, чтобы обувь мужчины не требовала большого ухода. Внутри, в данных ботинках, у нас с вами находится стелька, выполненная на основе натуральной кожи, при этом еще и с акупунктурными точками для массажа и стимуляции кровообращения, которая настрочена на вспененный латекс. Именно эта пушистая фактура и обеспечивает максимальную амортизацию. Ну и, конечно же, полуботинки Остин от бренда Дершпур отличаются от обычных, мало кому известных брендов тем, что когда вы снимаете стельку съемную, внутри у нас с вами не голые нитки или какой-то клей, а именно тоже вторая основная стелька брендирования. Это и говорит о том, что качество изделия на все 100% соответствует высокому стандарту ГОСТа. Коричневый цвет в руках у Миколушки сейчас. Также вы можете выбрать темный. Еще одно подтверждение дизайна. Стельки окрашены в цветовую гамму основной союзки. Темно-синий цвет Остин. В темно-синем цвете окрашена съемная стелька. Мой выбор – это черный цвет кроссовок Остин. В них тоже представлена у нас с вами стелька в антрацитово-сером цвете. Как выбрать размер? Данное предложение у нас с вами рекомендуется выбрать на размер больше. Но я бы считал, что такое сделают мужчины только с более тучным весом, очень широкой трапециевидной ногой, или мужчина, который не восьмой, а точнее, да, не в девятой, а в десятой полноте, вдруг захотят их забрать. Девятая, восьмая полнота, смело забирайте размер в размер. В этом убедился и я, и в этом убеждается наш Руслан, потому что мы поговорили с ним между эфирами и подтвердили, что мы их забираем размер в размер. Слегка в первые несколько секунд они немножко давят за счет того, что они новые. Как только вы в них походите, нога разогревает кожу, они просто как по маслу раскладываются и садятся на ваши ноги. Не ждите, когда телефоны и линии будут перегружены. Выбирайте сейчас полуботинки Остин и ботинки Нортон. Получаете скидку в 500 рублей, бесплатную доставку и максимум заботы и любви для того, кто вам дорог. 3499 рублей цена только сегодня, но заказывайте плюс ботинки Нортон, и тогда и полуботинки Остин будут по цене 2999 рублей и бесплатная доставка. Но какие же они, ботинки Нортон, которые стали сенсацией нашего утреннего шоу? А ботинки Нортон – это вторая часть главного предложения дня, но если наши ботинки Остин были межсезонные, идеально подходили на круглый год, то это у нас с вами уже акцент на зиму. Минус 30 градусов у нас с вами за счет именно овечьей шерсти, которая полностью обволакивает всю внутреннюю сторону. Причем она здесь у нас логически выполнена, более разрыхленная на всей основной союзке, а вот съемная стелька уже выполнена из более густой овечьей шерсти. Вот даже сложно ее достать. Здесь уже погуще, для того, чтобы не промерзала сама лапка. С внешней стороны нейлоновое полотно не дает промокать изделию, а прорезиненная союзка на 7 см высотой вместе с молнией говорит о том, что мужчина может шагать по лужам. И завершает всю эту прелесть
у нас с вами полностью имитирующий протектор автомобиля, причем такого грузового, платформа, что обеспечит полный контакт с поверхностями. Мужчина может подниматься как в горку, так и спускаться и не скользить. Смотрите, темно-синий сейчас на вашем экране, черный выбирает Миколов, да? Ты черный выбираешь? Да, я сейчас выберу. Еще есть цвет хаки. Цвет хаки будет распродан первым, потому что у нас их крайне мало. Посмотрите, вот он черный, та самая классика, цвет хаки, которых у нас меньше всего. Ну и, наконец, вы видели темно-синий. Великолепный вариант для первой покупки. Ну, конечно, все заказывают две пары. Все заказывают и ботинки Нортон, и полуботинки Остин. Это не только выгодно, но это еще и возможность заполучить, ну, по сути, на 9 месяцев. Да, потому что наши полуботинки Остин он носит и сейчас осенью, и потом весной. А если вы живете в Краснодарском крае или передвигаетесь на автомобиле, то полуботинки Остин вы будете надевать и, например, зимой. Ну и, наконец, мы приветствуем всех, кто к нам сейчас присоединился, кто любит сэкономить и выбрать при этом великолепное качество Der Spur. И качеством Der Spur у нас с вами мы возвращаемся к нашим полуботинкам Остин. Я прям смело, вот все-таки настойчиво хочу их называть спортивные туфли, потому что это действительно так. Что такое спортивные туфли? Это одна из самых актуальных моделей, которыми пользуются все люксовые бренды. Ведь это удобно. Мужчине комфортно, как в кроссовках, но его дресс-код запрещает носить кроссовки на работу. Поэтому золотой серединой становится именно вот такая модель. Вау! То есть у нас с вами обувь очень комфортная, мягкая. Мужчина много может прогуливаться, перемещаться с точки А в точку Б. При этом он может совмещать как полуспортивные элементы в своем образе, ну и, безусловно, носить полную классику. Вот, кстати, вам для примера наш Константин, стратегический продюсер, красавчик, который вам сейчас демонстрирует вот этот образ. Смотрите, джинсы из стиля casual, пиджак из стиля классики. Бейсболка и кроссовки здесь хорошо соединились, при этом он выглядит эффектно. Но у нас еще есть один вопрос, который Остин тоже смело решит. Женщины, которые обладают ножками больше 41 размера, а ведь Остин идет до 45-го, тоже могут присоединиться, ведь данная модель имеет категорию нейтральности к гендеру, что обеспечивает возможности даже дамам выбрать. Наталья сейчас подтверждает, выбрала для себя вот такой элегантный темно-синий цвет наших с вами ботинок Остин, сочетает с широкими джинсами, при этом она не выглядит, как будто она в мужских брутальных кроссовках, а именно как в красивых спортивных элементах. Поэтому объединяйтесь, если ваши семейные отношения немножко стали холодными, объедините и согрейте их с помощью Остина. Вот именно. Позаботьтесь о нем, позаботьтесь о себе, выбирая полуботинки Остин.